Повышенное внимание приковано к происходящему в Киеве. За мир на Украине. Вместе молятся тысячи православных верующих с запада и востока страны. Участники крестного хода, начавшегося еще несколько недель назад, наконец встретились в столице при усиленных мерах безопасности. До этого на паломников нападали радикалы, так что вполне можно было ждать новых провокаций. Наш корреспондент Алена Германова следит за ситуацией. Не узнаем последние новости. Алена, вы в прямом эфире. Ждем подробностей. Алена, ну вот в эти минуты крестный ход продолжается. Ожидалось, что мероприятие закончится еще полчаса назад, но людей так много, что они идут и идут. Выглядит все очень масштабно, очень трогательно. Тысячи людей со всей Украины идут по центральным улицам Киева с молитвами о мире. Шествие началось от Владимирской горки и продолжаться будет до Киева-Печерской лавры. Это примерно 4 километра пути. Возглавляет шествие предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Следом священники несут 7 православных чудотворных икон. 5 из них специально привезли со всех уголков Украины. 2 в дар привезли греческие монахи. Завершится крестный ход торжественным богослужением на площади перед Успенским собором, где после все желающие смогут приложиться к православным святыням. Сколько всего людей принимает участие в мероприятии, пока сказать сложно. Полиция официально подтвердила, что до начала молебна на Владимирской горке было уже больше 10 тысяч человек. Но вот по последним оценкам в шествии принимает участие уже больше 30 тысяч человек. Большое столпотворение, и мы видели это своими глазами, образовалось в так называемой зоне досмотра еще до начала шествия. Сегодня в Киеве приняты усиленные меры безопасности. Стоят несколько десятков металлоискателей. У людей проверяют сумки и паспорта. Связано это с недавними провокациями, когда участникам всеукраинского крестного хода радикалы из запрещенной в России организации украинских националистов пытались помешать пройти в Киев. Поступали также сообщения якобы о заминированных маршрутах крестного хода. Напомню, верующие 3 недели шли с востока и запада страны сюда, в Киев. Самый долгий путь был у православных восточного шествия, почти 750 километров. С препятствиями, но до Киева они добрались накануне вечером. Всю эту ночь паломников охраняла полиция. Известно также, что провокации были не только на подступах к Киеву. Накануне из Одессы должны были выехать 10 автобусов с паломниками, но помешали активисты так называемого автомайдана. С очевидцами нам удалось поговорить по телефону. Вчера в 10 часов вечера в Одессе должна была отправиться в Киев колонна автобусов с паломниками, которые должны были прибыть на всеукраинский крестный ход. Но появились люди в камуфляже, которые являются представителями Одесского Дана, которые начали угрожать людям, в первую очередь от водителям автобусов, звучали угрозы относительно того, что будут пробиты шины, что будут приниматься другие насильственные действия. Была слышна ругань, были слышны оскорбления, и по итогам, к сожалению, эта колонна автобусов так и не смогла выехать из Одессы. Известно, что все-таки часть верующих добралась до Киева, но своим ходом. Кто-то на поезде, кто-то на маршрутках. В общей сложности из Одессы выехало около 40 паломников. Нашу поездку в Киев сорвал автомайдан. Милиция рядом стояла и бездействовала, к сожалению. А владыка наш сказал, что ему очень-очень горько и больно, что он одессит. Он украинец, и он не может поехать, вот так вот возглавить крестный ход и поехать вместе со своей паствой в столицу своего государства, в Киев. Он чуть не плакал. Надо отметить, что сегодня в Киеве, конечно, опасались провокаций, но все проходит достаточно спокойно. Единственное, что и мы лично это тоже видели, по городу разъезжали автомобили, откуда по громкой связи раздавались призывы не участвовать в этом крестном ходе. Кто организовал эту акцию, пока непонятно. Но, опять же, повторюсь, серьезных нарушений порядка зафиксировано не было. Праздничные мероприятия продолжатся и завтра. Именно 28 июля отмечается День крещения Руси. В Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавре пройдет торжественная литургия. Что интересно, совершать ее будут по Афонскому уставу, то есть так, как это было 1000 лет назад, и примут участие в литургии монахи со Святой горы Афон. Алена. Да, спасибо, Алена. Алена Германова из Киева, где сегодня тысячи паломников молятся о мире на Украине.